еще второе пожелание, очень серьезное пожелание, чтобы женщины отбросили в сторону айпады и занимались детьми. И чем больше ребенок будет привязан к матери, чем больше он будет рядом с ней и чувствовать ее любовь и заботу о себе, тем здоровее и лучше будет поколение. Что есть понятие психосоматики, когда ребенок начинает болеть в результате того, что вроде хорошая мама, но ей не до ребенка. И у него начинаются психосоматические проблемы. Так вот, пусть будут все здоровы, и пусть мамы занимаются детьми, а не шопингами и этими одноклассниками, чем там они еще увлекаются. Пусть лучше больше времени проводят со своими детьми. Это мое пожелание.